Благоустройство дворов, капитальный ремонт, парковки – главные вопросы, которые волнуют жителей микрорайона Левобережный. Сегодня глава городского округа Дмитрий Волошин провел осмотр территории и пообщался с химчанами. Жильцы дома номер 27 на улице Пожарского обеспокоены состоянием дома. Торцевая стена зимой продувается, ее необходимо утеплить. Капитальный ремонт многоэтажки запланирован на 2020 год. Подъезды приведут в порядок до конца лета этого года. Также старший по дому обратился в администрацию с просьбой сделать дополнительные машиноместа. Решите со всеми жителями, да, что здесь нужен паркинг, но это очевидно. Да? Пожалуйста, мы сделаем его за счет города. Да, пожалуйста. Только в этом вопрос. Если он муниципальный, нет проблем. Готовы сразу. Он может быть и стоит в плане, потому что все муниципальные земли у нас стоят на учете под парковку. Глава муниципалитета пообщался с жителями дома номер 29. Вместе оценили качество ремонта подъездов, осмотрели детскую площадку. Здесь необходимо оборудовать освещение и провести небольшой ремонт ступенек, пандусов и заборов. Как и в соседнем доме, здесь необходимы дополнительные парковочные места. Этот вопрос администрация городского округа рассмотрит в ближайшее время. После обхода глава химок провел совещание с руководителями управлений, где обсудили все обращения жителей. Для детальной проработки вопросов администрация округа переехала на неделю на Левый берег. На совхозной 16 ежедневно ведут прием населения основные управления администрации округа. Свои вопросы можете задать и вы с 9 утра до 6 вечера. Подробности по телефону 8 495 572 65 00.